Привет, строптивые мои! Тебе скучно? Не придумала, чем занять себя сегодня вечером? Получай заряд положительной энергии! С новым выпуском шоу «Тебе не смыться». В этой студии мои звездные героини проверяют на стойкость макияж от Марк. А мы проверяем их здесь на стрессоустойчивость. Сегодня у меня в гостях удивительной красоты девушка Петькан, ее фанат. Настоящая секси-дива танцпола, профессиональная танцовщица. Моя гордость и, что уж там скрывать, моя подруженька. Ульяна Пылаева! Петькан, берегись, иди, она там фац! Раз, два, три, попробуй, Макс, а ты твой стильный апперкот. Вот это поворот. Раз, два, три, характер покажи. Тебе не смыться от проверки принципа. Олечка. Катенька. Донечка моя. Катюша. Такое ощущение, как будто дочь приехала с Алтая к матери из Москвы. Значит, смотри, правила простые. Ты вообще понимаешь, да, что здесь тебя ждет, ну, немножечко некомфортная ситуация, и ты должна быть к этому готова. Я, как мать, конечно же, буду тебя подставлять еще сильнее. Значит, смотри, две стопки карточек, да? Твори трэш и накраш тест. Значит, на этих карточках все достаточно просто, очень весело. Будешь выполнять всякие веселенькие задания, которые написал Петькан. Лично, кстати, Петькан твой фанат. Здесь веселые задания, которые написал Петькан специально для тебя, которые ты будешь выполнять вместе с чудоустойчивыми тату-маркерами от Марк. А вот на этих карточках, которые написала тебе я, здесь, конечно, трэш, здесь подстава, здесь всякие неприятные ситуации для тебя. Итак, тяни первую карточку. Давай, ну, конечно, я тебе плохого не посоветую. Да, никогда. Твори трэш. Я у мамы кулинар. Пока все хорошо. Опубликую в Инстаграм видеообзор на несколько кулинарных гаджетов в формате кулинарного шоу. Успокойся, здесь нет никаких подстав. Ну, правда. Тебе сейчас вынесут кастрюльки, ложечки, вилочки. Неси сюда. Есть проблемка. Ты не умеешь готовить? Вообще. Я тоже. Я знаю. Тем веселее будет! Катюшка! А что это? А что это у нас такое? Ты такими готовишь? Я такими как раз готовлю. Ой, какие приятные на ощупь. Это моя личная. Аккуратней. Вот эти все прелестные штучки ты должна использовать как прекрасные, очень удобные кулинарные приспособления. Давай разберемся. Значит, я не умею готовить. Нет. Не имею ни малейшего понятия про кулинарию в целом. Нет. И должна вот это как-то еще применить. Применить, естественно, на кухне. Значит, смотри. Давай подумаем, что вот, куда, вот это можно применить. Это отличная отбивка для мяса. Вот это мне интересно. Вот это. Это офигенная штучка. Знаешь, когда вот тесто раскатал. Вот чем? Давай чем? Раскатаем сразу чем-то тесто. Подожди. Я умоляю. Давай вот этим. Я даже не понимаю, что это. Что это такое? Петькан, ты не знаешь, что это такое? Это маленькие клизмочки или что? Нет, они очень жесткие для клизмочек. Не позорься. В общем, смотри, раскатали тесто. Формочка для теста. Делать специальные кругляшки, чтобы потом добавлять туда болтушка. Отбитое мясо. Да. Болтушка для яиц. Вот это что может быть? Это вишенка на торт. Так, вишенка на торт, хорошо. На пельменный. У нас пельмени. На так, пельмени, и вот значит. Это. А, вот это у нас тут скалочка, правильно я понимаю? Ой, какая приятная. Но она штучка. Сомнительная, как скалочка, конечно. Меня прям успокаивает, тебе клянусь. Теперь это все надо записать тебе на телефон и выложить в сторис. Да ерунда, ну давай. Ребята, сегодня я расскажу вам, как приготовить вкусные пельмени в домашних условиях необычными кулинарными гаджетами. Берем раскатку для теста. Угу. Раскатываем тесто для пельменей. Затем берем отбивалку для мяса. Отбили. Берем формочки для теста и граем формочки для пельменей. Потом выкладываем их на вот эту вот, на вот это вот и лепим, 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 лепим. Я забыла сказать, что мы должны были взбить яйца перед этим. Кладем вишенку, кормим мужа. Я считаю, друзья, это заслужит аплодисментов, да? В условиях этого задания было написано, что ты должна выложить это в сторис. Но я лично с Петьканом посовещалась, и мы считаем, что это заслуживает именно пост в Инстаграме. Кто за? Все за! Это пост в Инстаграме, Ульяна, следите за этим. Кать. На, забери, Петькан, свои игрушки, все, надоело. Да.
Друзья мои, так убойно начали, что, казалось бы, пора уже закончить. Но нет, мы только подогрели ваш интерес к нашему замечательному шоу. Уля ушла в телефон, а все потому, что ее директ просто завален сообщениями и просьбами о том, чтобы мы с Улей в этой студии приготовили при помощи секс-игрушек еще голубцы и желе. Но если вы действительно этого очень сильно хотите, заплатите нам много-много денег. А мы продолжаем. И у нас второй раунд. Тяни любую карточку. Так. Детский сад, штаны на лямках. Почитай. Примери на себе роль воспитателя детсада и проведи креативную зарядку среди своей группы. Но звучит нормально. Это самое звучит безобидное задание. Да. Вообще не страшно, это самое безобидное задание из всех. Но я чую подставу. Никакой подставы. На каждом шагу. Улечка, перестань, я твой родной человечек. Да, обними меня, чтобы тебе стало легче, видишь? Дело в том, что я по образованию педагог. И мне, как никому, будет интересно посмотреть, как Ульяна справится с этим заданием. Или не справится. Скорее всего, не справится. Потому что... У нас есть реквизит. Димон, неси костюм Т-рекса. Это что? Это кто? Во-первых, кто такой Т-рекс? Кто такой Димон? Тебе не смущает? Кто такой Димон? Смотри, это на самом деле все очень просто. Запускай свои красивые ножульки. Я умоляю. Димон ее никогда и не раздевал, а тут сразу надо и одеть. Пожалуйста. Тихо, тихо. Катюша. Тихо, тихо. Абсолютно чистый костюм. Мы же его почистили? Дима, не молчи, мы почистили костюм? Постарались. Нет! Боже мой, это просто моя сексуальная фантазия, честно. Питькан. Сейчас, секунду. Я прямо сейчас смотрю тебе в глаза. Правда, я не вижу тебя. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот очаровательный сексуальный Т-рексик сегодня будет проводить детскую креативную зарядку. А как же проводить детскую зарядку без детей? А есть у нас на это и дети. Вводите детей! Детишки! Смотрите, какой красивый динозаврик! Но для того, чтобы он вас не съел, вы должны выполнить вместе с ним все упражнения, которые он вам покажет. Договорились? Да. Да. Итак, показывай первое упражнение. Приседаем. И раз, два, раз, ручки вперед. Два. А это сын директора, он не выполняет упражнение, потому что может себе это позволить. Раз, два, раз. Какой хороший мальчик, какой хороший мальчик. Хорошо, получается. Им нравится. Т-рекс молодец. Давай побегаем. Догоняйте Т-рекса. Скорее, скорее, скорее. Скорее, 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 скорее. О, Господи. Скорее, скорее, скорее. Ну что, дорогие друзья, вот таким вот нехитрым способом наши дети практически загнали в угол Т-рекса. Давайте поаплодируем. Ульяна, над тобой смеется вот этот мальчик. Да и надо мной все будут смеяться, потому что скоро. Ему никто не нравится. Она героически справилась с этим заданием. Казалось бы, как сексуальная красотка может быть настолько смешной. Жарко тебе там было? Да бомба, Кать, классно. Душно? Вообще нет. Да, что ты? Да, ты немножечко взмокла, немножечко взмокла. Но твой мейкап остался в идеальном состоянии. Все потому, что ты использовала супер устойчивые тату-маркеры от Марк. Так-то? А можно костюм? Я в нем просто останусь? Конечно. Спасибо. Ну что, дорогие мои, мы на дорогущей машинке подъехали к третьему заданицу. Итак, тяни карточку. Смотри, какая решительная вдруг стала после костюма Т-рекса и сексуальных игрушек. Итак. Опубликуй сторис с признанием, что да. Опубликуй сторис с признанием, что дала крупную взятку, чтобы попасть в танцевальный проект. Кать, ну это и так все знают. Понимаешь, в чем дело? Да, ну ты там была самой обсуждаемой персоной. Тебе прилетело больше всего хайпа от моих любимых хейтеров. И готова ли ты, собственно, подтвердить все их обвинения? Подожди, давай выясним, у нас цель какая сегодня? Опозориться мы уже опозорились. Конечно. Мы теперь ждем увольнения моего, да? Официального? Официального. Ну, нет, на самом деле мы же потом можем написать сторис, сказать, что типа, ой, нет, простите меня, пожалуйста, дурочка какая, что ты такое наговорила? Нет, всегда же можно потом в следующем сторис, всегда можно исправиться. Ты мне так говорила, когда я сюда шла. Да? Угу. Было такое? В общем, Уль, я тебе вот что должна сказать. Если это задание слишком щекотливое для тебя, то, конечно, по правилам нашего шоу ты можешь от одного задания отказаться.
Ну, то есть у меня есть такая опция. Да, но я бы на твоем месте от этого задания не отказывалась, потому что мне кажется, это вообще плевое дело. Что такое наговорить сторис? Ты каждый день сторис записываешь, всякие разные. И такие. Поэтому просто скажи на камеру, что, дорогие мои, я попала по блату, я всех купила, я всех купила. Я из богатой семьи. Абсолютно. А ты из богатой семьи? А я вообще, да. Что ж там. Поэтому, мне кажется, надо взять телефон, записать историю, потому что у тебя осталось еще одно четвертое задание, а там вообще может быть жесть. Поэтому выбирай. Да что такого-то? Господи, ребята, ну вот такая ситуация вышла, вы мне писали, что я там по блату. Да, я там по блату, потому что я вот такая вот. Все. Ты смотри, какая. Катюшка, давай, знаешь как, давай сделаем так. Давай я прям закрою глаза и возьму следующую карточку. В надежде на то, что... Петькан, не такая ж она и крутая у тебя. Короче, Ульяна отказывается от выполнения этого задания. Да. Официально. 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 Да. То есть ты попала в танцевальный проект, честно. Зарубите себе это на вашем кривом носу. Ульяна попала в проект танцевальный, честно. Все, тема закрыта, потому что она крутейший профессионал. И потому что она меня заплатила за то, чтобы я ей так сказала. Все, аплодисменты. Нет этого задания. Ну что, прекрасные мои и заводные, финал нашего супер-шоу. Не хочется нам слезно расставаться с Олькой, а ей очень сильно хочется с нами расстаться, поэтому давай не будем тянуть эту резиновую штуку и доставай карточку. Достаю. А ну? Не в бровь. Опа! Не в бровь, а в монобровь. Идеальный конкурс для меня. Меня все время упрекают в моих широких бровях. Войди в образ Фриды Кало. Это, кстати, приятное задание. Очень художественное. Дорисуй себе монобровь и жди испытания. Для выполнения этого задания у нас есть достойные помощники для тебя. Вот такие вот суперустойчивые тату-маркеры от Марк. Димон, вноси зеркало. Мой стесняшкин, ты хорошо выглядишь сегодня. А ты будешь мне рисовать? Нет, конечно, ты сама себя можешь нарисовать, а я только подправлю. А кисточка... Ой, красиво уже, смотри. Уже... Да, дай сюда. Господи, смотрите. У нас тройная кисточка, видите? Тройной фломастер. Так. Хочу видеть. Так, красиво. Уже хорошенько. Смотри, я тебя прям волосиками вот такими нарисую. Ты такая заботливая. Смотри, что происходит. Такая... Ну вот, наконец-то. Хорошенькая? Наконец-то. Я Петька, как тебе? Преобразилась. Твоя-то хороша. Первую часть задания мы выполнили. Так, теперь подходим к выполнению второй части задания. Жди испытания. А какое же мы приготовили тебе испытание? На самом деле это не испытание. Это настоящая романтическая встреча. Потому что здесь твой муж Фрида. Диего. Мы нашли его. Диего! Входи! У меня есть муж! Наконец-то у меня есть муж! Я мог. Ты амо хермоза. Не увлекайся, не увлекайся. Это я Ульянке говорю, ты увлекайся, ты увлекайся. Стоп, стоп. Микерида. Что происходит? Диего, что происходит? Да, Диего, мы договаривались, ну. Да что ты мне? Просто поцелуй ее и все. Подожди, он... Диего, вы очень слюнявый. Кто, я? Да. Да вы что? Нет. Ну ладно, хорошо. Слюна у нас что? Какого хрена у нас Диего говорит по-русски? Все нечестно! Ладно, Диего, давайте. Ладно, Диего, делайте, зачем пришли, уходите. Господи, какой-то бровишист. Ну все. Каринья. Вы опаздываете, уходите. Великьёза, Каринья. Ну перестаньте вы. Это мой единственный муж, а ты его прогнала. Это, кстати, твой потенциальный муж, но мог бы быть им. Ну что, Олечка, а бровки-то остались на месте? Еще и помадка моя. Вообще бомба. Как вы уже поняли, сегодня моей звездной гостью была моя любимая подружка Ульяна Пылаева, которая доказала нам, что она очень отважная, что она не боится быть смешной, несмотря на то, что она секс-символ, и что благодаря тату-маркерам от Марк мы выполнили все задания на 5 баллов. Ура! Пока, дай 5. Ты получил удовольствие? Максимально. Максимально? Костюм Терекса твой? Он в моей душе.